Сегодня в Мурманске представители из республик Коми и Карелии, Архангельской и Мурманской областей, а также партнеры из Финляндии, Норвегии и Швеции обсудили реализацию программы «Дети и молодежь группы риска». Программа направлена на максимальное оказание помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении. Делегаты из 7 регионов делились опытом решения межличностных конфликтов между детьми, обсуждали детско-родительские тревоги. Чтобы улучшить условия жизни детей и молодежи группы риска, необходима эффективная помощь и профессиональная поддержка. Для этого необходимо создание платформы для обмена информацией и опытом. Идеология этой программы стоит очень верная мысль одного из философов. Детей нужно воспитывать сегодня для будущего и, возможно, для самого лучшего будущего нашего общества. А ведь это касается всех абсолютно. Наша работа направлена на обмен информацией и опытом относительно законодательства, норм и правил, культур наших стран, для того, чтобы обеспечить проживание детей со своими биологическими родителями и при этом, чтобы дети не подвергались насилию или какому-нибудь негативному воздействию. И у нас, к примеру, на республику Коми, которая в 5 раз меньше Норвегии, да, количество неблагополучных семей точно такое же. То есть у нас, в принципе, на душу населения 5 раз выше это неблагополучие.